О велосипедных рекордах говорят нечасто. А ведь тем временем человек сумел разогнаться на велосипеде до 333 км в час и обогнал Феррари словно малолитражку. Это заслуживает внимания. От собственных сил к электромоторам и хитрым приспособлениям для достижения максимальной скорости на велосипеде. И поехали! Хочешь начать зарабатывать, играя в любимые игры? Регистрируйся на сайте Gamer Cash, выполняй задания, получай кредит и обменивай их на игровую валюту, ценные предметы и скины для своих любимых игр. Gamer Cash – это лучший сервис, чтобы начать зарабатывать, занимаясь любимым делом. На фоне множества поставленных рекордов, именно достижение голландского велосипедиста Себастьяна Боуэра выглядит более чем впечатляющим. Но не по скорости, а по своей сути. Себастьян разогнал велосипед до 134 км в час на идеально ровном участке дороги своим ходом. Он выжал рекордную скорость на ровной поверхности, используя для ее развития исключительно педали и собственные ноги. Конечно, его велосипед лишь отдельно напоминал обычный. Весь его корпус обволакивал кокон из легчайшего высокотехнологичного материала. Такая конструкция была сделана, чтобы минимизировать сопротивление воздуха. В итоге оно оказалось в 10 раз меньше, чем при езде на обычном велосипеде. Разновидностей велорекордов очень много. Развить огромную скорость за несколько секунд сегодня можно на электровелике наподобие Audi, который может развивать скорость до 80 км в час. В нем предусмотрено как педальное, так и электрическое управление и три режима езды – педальный, смешанный и электрический. В чистом режиме велосипедист использует только силу своих ног. При использовании электрического режима максимальная скорость разгона составит 50 км в час. А вот в полуэлектрическом режиме, когда крутящему педали велосипедисту помогает электромотор, можно достичь максимально заявленной скорости 80 км в час. Регулируется скорость передач и мощность двигателя с помощью компьютера с сенсорным управлением, который расположен на руле. Полный вес велосипеда при этом составляет всего 11 килограммов. Стоит такой железный конь почти 20 тысяч долларов. Еще быстрее Stealth B52 – мечта любого райдера. Это мощнейший электробайк, способный легко ускоряться и подниматься на вершины любого ландшафта. О быстром торможении также не стоит беспокоиться. О нем позаботятся 8-поршневые гидравлические дисковые тормоза. Без труда разгоняется до скорости 80 км в час и удобен в экстремальных условиях передвижения. При этом имеет низкий уровень шума. Надежная рама велосипеда изготовлена из высокопрочного материала. Однако легким байк не назовешь. Его вес превышает 50 килограммов. Edge Race Bike имеет двигатель мощностью аж в 12 кВт и развивает скорость в 85 км в час. Он имеет отличное сцепление с дорогой при вхождении в поворот, даже на высоких скоростях. Также в гибриде предусмотрено как педальное, так и электрическое управление и богатый функционал. На руле предусмотрен компьютер сенсорного управления, на котором отображается вся необходимая во время движения информация. Без труда померяется силами с большинством малолитражек электробайк Black Trail. Это самый быстрый, самый легкий и самый дорогой электровелосипед в мире. А его стоимость составляет без малого 60 тысяч евро. Он способен развивать невероятную скорость в 100 км в час, а управлять им можно только при наличии прав на вождение мотоцикла. Батарея также радует. Ее заряда хватит на 200 км пути. Корпус, разработанный механиками Формулы-1, выполнен из ультралегкого карбона. Именно он обеспечивает прочность изделия при совершенно небольшом весе в 19 с лишним килограммов. Колесо байка легко выдержит давление веса в 3 тонны, при том как само весит всего 750 граммов. Этот электровелик недаром оказался в книге рекордов Гиннесса за свою уникальность. Последний и самый быстрый байк в мире. Больше похож на мотоцикл, но все еще велосипед. Мощность в 14 тысяч ватт.
Как заявляет производитель, его максимальная скорость – 120 км в час. Гидравлические тормоза обеспечивают фактически мгновенную остановку транспорта. Кроме того, при каждом торможении аккумулятор байка подзаряжается. Изготавливается только под заказ из высокопрочной стали и, понятно, имеет довольно высокую цену. Как говорят производители, его покупка – значимый вклад в зеленую революцию и в наш карман. Развить большую скорость, крутя педали, можно и без помощи электродвигателя. Рекордной скорости можно добиться и на серийном велосипеде при движении в притирку к впереди идущему транспорту. Так называемый «слипстрим», который является важной частью тактики гонок по трековым трассам. Он позволяет сэкономить топливо, оттянуть пит-стоп, либо разогнаться и совершить обгон. Но применяют его и велосипедисты, в частности энтузиасты-экстремалы. Такая езда существенно влияет на аэродинамику и почти полностью исключает сторонний фактор в виде сопротивления воздуха, демонстрируя чистый мускульный результат человеческих возможностей. Уже более 20 лет остается непревзойденным рекорд велогонщика Фреда Ромпельберга, который, двигаясь вслед за обтекаемым драгстером, достиг сумасшедшего результата в 268 км в час. Технически его велосипед не был примечателен, и все дело лишь в автомобиле сопровождения, словно создавшем невидимую оболочку и идеальные условия для велосипедиста. И хоть этот рекорд никто не повторил, неплохого результата добились ребята на этом ролике. Преследуя фуру, они развили скорость в 125 км в час. А следующий пример впечатляет еще больше. Мы видим, как велогонщик едет фактически вплотную к крупногабаритной машине впереди. Сопротивление воздуха сведено к минимуму, и на спидометре появляется впечатляющая цифра – 145 км в час. На обычном спортивном велосипеде при помощи законов физики и собственной мускульной силы. Австриец Макс Штоккль, за которым прочно закрепилось прозвище «Безумный Макс», установил несколько рекордов на абсолютно серийном горном велосипеде. В чилийской пустыне, используя не модифицированный, а обычный байк, он разогнался со склона горы до 167 км в час. Рекордной скорости ему удалось достичь всего за 11 секунд. Однако рекорд был невозможен без специального костюма, в котором экстремал буквально разрезал воздух. А на счету «Безумного Макса» числится и мировой рекорд в скоростном спуске на горном байке. Длина составляла 2 километра, а склон горы – 45 градусов. Преодолев этот рубеж, к концу заезда Макс достиг рекордного показателя скорости в 210 км в час. Однако абсолютный рекорд скорости при спуске на велосипеде с горы принадлежит французу Эрику Бароне по прозвищу «Красный барон», который разогнался до 223 км в час со снежного склона. Совершил он это на единственном на Земле прототипе электробайка, все элементы которого были переработаны, чтобы выдержать предельные нагрузки и развить максимальную скорость. Между прочим, 220 км в час вполне достаточно для взлета пассажирского лайнера. И, наконец, абсолютный рекорд скорости на велосипеде принадлежит французскому сорвиголове Франсуа Жесси, которому удалось разогнаться до 333 км в час, обойдя машину Ferrari 430, словно малолитражку. Велосипед Франсуа имел большую колесную базу и был укомплектован ракетным двигателем. Скорость 333 км в час удается развить примерно за 5 секунд. Однако Франсуа Камикадзе не собирается останавливаться на достигнутом и хочет развить все 400 км в час за 2 секунды. Звучит как сумасшествие. Однако и эта сумасшедшая задумка может стать реальностью. А на этом наш топ велосипедных скоростей подошел к концу.
Спасибо тебе за просмотр!